Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Сразу же хочу сказать, мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности. После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и, как вы знаете, активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми странами, возникшими, независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве. Даже в острых, очень острых ситуациях, которые являются, скажем, Нагорно-Карабахского урегулирования, мы всегда действовали очень аккуратно, исходя из интересов всех вовлеченных в этот процесс государств, и всегда старались добиться взаимоприемлемых решений. Ну, к сожалению, так у нас после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть, именно после госпереворота. К сожалению, территория этой страны используется третьими странами для создания угроз в отношении самой Российской Федерации. Дело только в этом. The biggest stories, the moment they happen from around the globe. Subscribe to Bloomberg Quick Take now for insight in an instant.